Седьмая колонна Центра гуманитарного реагирования доставила более 130 тонн грузов в Кельбажарский район Азербайджана. Груз предназначен для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов. Всего при содействии российских миротворцев семью колоннами автомобильной техники было перевезено около 1300 тонн груза. Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года.